Комнатный сорт томата Room Pearl. Комнатная жемчужина. Это скороспелый сорт. 100-110 дней проходит до созревания плодов. Очень декоративный и высокоурожайный сорт. Растение низкорослое, 20-30 сантиметров в высоту. И плоды растут вот такими гроздями по 5-7 плодов. Плоды красные, округлые, массой 15-20 грамм. Этот сорт идеально подходит для выращивания на подоконнике. Но также его можно выращивать в открытом грунте. Этот куст растет у меня именно в открытом грунте. Растение неприхотливое и устойчиво ко многим томатным заболеваниям. Если вырастить этот сорт на подоконнике, смотрите, какой шикарный урожай дает этот сорт. Сорт у нас растет в открытом грунте. Высота куста 30 сантиметров приблизительно. Если выращивать на подоконнике этот сорт в горшке, то плоды немного могут быть поменьше. Но я рекомендую всем вырастить этот сорт, и будете с прекрасным урожаем вкусных томатов.